Здравствуйте, зрители моего канала, с вами Надежда, и это интернет-проект Faberlic Online. В этом видео хочу вам показать новиночку нашего 6-го каталога. Это будут вот такие босоножки круиз в белом цвете, в бежевом. И будет у меня сумка, которая была по распродаже by Валентин Юдашкин из коллекции. Приступим, наверное, к обзору босоножек в первую очередь. Приходят они вот в таком мешке. Здесь идет замок и вот ручка. Можно будет, я думаю, повесить даже в шкафу или куда-то, чтобы экономить место, пространство, если кому-то так удобно. И смотрите сами босоножки. Артикул у них 884-295, это 37 размер. Не могу сказать, как они идут размер в размер, потому что это не мои босоножки, я ношу 35, это мне заказала клиентка. Но показать я вам их покажу. Женственный такой дизайн. Высота танкетки 11 сантиметров, но за счет того, что здесь вот эта подошва 3,5 сантиметра, то где-то, если вот это все убрать, как бы, то визуально для ноги будет каблук ощущаться 8 сантиметров. Но то, что они высокие, это вот, конечно, да. Если, как сказать, ходить, вот высота каблука, для ноги вот комфортно, что это 8, а так сама каблука очень высокая, и от земли я имею в виду. И вот при ходьбе, то, что здесь вот очень хорошо ремешки фиксируют ногу и пятка, это, ну, как сказать, только большой плюс, потому что вы не вывихнете ногу с таким каблуком. Очень хорошо фиксируется вверху. Хорошо обхватывает ногу, вот держит вот эту часть. Я примерила на себя, хоть я и ношу 35-й, но вот попробовала, примерила и зафиксировала, и достаточно комфортно получается. Вверх здесь подкладка и стелька, это эко-кожа. А вот уже обтяжка танкетки, кстати, тоже эко-кожа, обтяжечка здесь, и подошва резина. Это хорошо, что резина, во-первых, это не будет нигде скользить, и надолго такая подошва долго держится, сохраняет, как говорится, свои вид свой внешний, не стирается. Здесь идет стык, вот как видно, но сделано все аккуратно, и это с внутренней стороны, поэтому практически так особо ничего и не заметно, если только присматриваться. Вот. А так все очень аккуратно сделано, посмотрите, и все швы, и все проклеено, везде все хорошо. Нигде никаких нет дефектов, мне очень нравится. Здесь можно по ноге регулировать. Вот этот замочек показал уже, да, что задник хорошо все это держит. Я люблю такие босоножки, где пяточку закрывает, очень красиво мне кажется смотрится. Здесь очень не грубо, очень мягенько под носом. Но они, я не хочу сказать, что прям сильно тяжелые, нет, ну в меру, босоножки до босоножки. Конечно, не легкие за счет того, что здесь подошва, но и не тяжелящие. Так что вот так. И давайте я вам покажу сумку. Приходит она вот в мешке. И вот сама сумка. Долго я ее хотела, она мне очень нравится. Очень красивая, стильная. Единственное, вот у меня как-то вот заломился немножечко этот вот кончик. Ну, особо не видно, но я просто как заметила, и мне все это вот в глаза каждый раз бросается. Как говорится, на чем заострила внимание, то и видно. Хотя вот если приглядываться, этого практически не видно. Очень красивая, стильная сумка. Называется «Звезды», и была она в коллекции by Валентин Юдашкин. Вот сейчас она по распродаже у нас. Размер ее 27 на 17 на 9. В качестве ручки идет цепочка, очень такая достаточно увесистая, массивная, но мне нравится. Посмотрите, какого качества эта цепочка, такая интересная прям. Если цепочку полностью раздвинуть, да,
то здесь это будет уже где-то длина 1,20 м. Если ее вот так носить, в двойном таком сложении, то это 70 сантиметров получается. Вот такая красивая сумка. Материал здесь вверх это жаккард ткань, а чувствуется, что здесь поролончик такой проложен, потому что нажимаете пальчиком и мягко становится. Вот прям чувствуется, что там поролончик все-таки. Подкладка полиэстер и 100%, и фурнитура это сплав недрагоценных металлов. Пошуршу немножечко. Вот здесь такая вместимость у этой сумки. Здесь идет кармашек. Сейчас зафиксирую камеру. Посветлее сделаю. Здесь идет кармашек вот такой. Валентин Юдашкин by Faberlic. Такая у него вместимость. Здесь еще один карман. Я почему-то думала, когда получила, что здесь как бы тоже кармашек просится. Но нет, здесь наглухо все пристрочено. Вот. Так что вот такая хорошая сумочка. И смотрите, у нее вместимость какая. Здесь можно положить целый каталог по вместимости. Вот он входит. Это для того, чтобы можно было наглядно понять, сколько вмещает эта сумка. Вот каталог как раз сюда вошел. Ну и по ширине она достаточно такая вместительная. Ну, все самое необходимое можно положить. Там телефон, ключи, что-то еще. Там больше и не нужно. Если куда-то пойти, зачем много накладывать? Вот такая сумочка. Артикул у нее 600-167. Я думаю, что кому она понравилась, они еще есть в наличии, можно будет заказать. Очень классная сумка. Мне понравилось, тем более у меня очень много-много вещей синего цвета. Мне кажется, красиво будет. Тем более туфли я купила синего цвета от Faberlic. Жакет у меня синего цвета тоже от Faberlic. Мне очень нравится. Вообще люблю синий цвет. И вот в сочетании с этой сумкой будет здорово. Ну все, дорогие зрители, спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кто хочет стать дисконтным покупателем, ссылочка на регистрацию внизу. Проходите по ссылке, регистрируйтесь. Регистрация бесплатная, паспортные данные не нужны. С вами была Надежда. Всего вам доброго.